Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Меня зовут Медведев Евгений. И сегодня мы поговорим о такой мелочи, но очень в тот же момент важной в автомобиле. Это зарядное устройство для телефона. Ну, тут объяснять не надо, что я знаю, оно у каждого есть. И не одно, и на два, и на три порта, и так далее. У меня тоже есть автомобиль, есть телефон, соответственно, я им активно пользуюсь, и я также думаю, что, как и вы, испытываю проблемы с зарядкой телефона в автомобиле. Почему? Обычно вот китайские зарядки, которые на заправках, в Юлмарте и так далее продаются до 1000 рублей, они, самая крутая там является 5 вольт, 2,4 ампера на выходе. Но это не есть быстрая зарядка, это просто большая сила тока. И современные телефоны с функцией быстрой зарядки, они, соответственно, быстро заряжаться все равно не будут. Поэтому и второй момент, почему я представляю эту зарядку. Я когда гулял на выставке в Китае, там вот все активно продвигали вот этот чип Qualcomm 3. Видите, написано. Вот, я спрашиваю, сколько стоит? Они говорят, а вы откуда? Я говорю, с России. Ой, нет, даже вам цену говорить не будем, для вас это дорого. Все поставщики российские любят там типа самый подешевле хлам. Там, за доллар закупать, продавать потом здесь до 1000 рублей. Но меня это немножечко задело. Плюс к тому же я сам автолюбитель, повторюсь, и испытывал проблемы с телефоном. Когда, допустим, забудешь вечером поставить на зарядку, выезжаешь на работу, телефон там 20%. И в машине пытаешься зарядить, приезжаешь через час там, в движении, и он там, на нем 22-25, ну это просто крах, да, что некомфортно. Поэтому именно для этого, для таких целей, для быстрого заряда нужна функция Quick Charge в автомобиле. Вот, собственно, на этом зарядке есть три порта. Синенький один и два черных. Вот синенький как раз так Quick Charge есть. Есть здесь индикатор, когда работает зарядка холостым ходом, она синенькая. Когда вставляете свой телефон, телефон пишет, зарядка быстрее началась и горит фиолетовым. Что такое Quick Charge? Драйвер Qualcomm 3 версии. На коробочке мы здесь сделали такую пояснительную записку. 4 раза быстрее обычных зарядных устройств и на 38% мощнее, чем в Quick Charge 2 версии. В общем, это последнее поколение, что есть на рынке, так далее, и так далее. Полный телефон Samsung Galaxy S7 Edge заряжает за 1:25 у меня в автомобиле. Но если я им не активно пользуюсь. Если я активно пользуюсь, то поменьше, конечно. Но в любом случае, мое устройство чувствует себя теперь прекрасно. Я выезжаю на работу, допустим, забыл подзарядить, я не парюсь, я поставил, поехал, приезжаю, у меня телефон нормальная емкость набирает. И плюс дорога домой, назад тоже с ним, все прекрасно. А что такое Quick Charge? А на сайте redpower.ru я повесил картинку, которая все это и, в принципе, и расписывает. С 3,6, сейчас я подниму, попробую. Вот, видите. Ток от 3,6 до 6,5, 3 ампера, до 9 вольт, 2 ампера и 1,5 ампера до 12 вольт. И причем идет это, так сказать, шаг 0,2 вольта у драйвера Qualcomm. В интернете можете подробно почитать, что это такое. Компания серьезная, большая. Вот, а на втором USB у нас висит 2,4 ампера, это как обычные зарядки, типа крутые, которые в магазине продаются. И третья 5 вольт, 1 ампер. Устройство относительно, ну, оно и в закупе, конечно, подороже вышло. Соответственно, мы много накручивать не стали, там 500 рублей добавили от входа. Вот получилась цена 1200 в розницу для наших клиентов. Ну, такая вещь будет прекрасная, стильным подарком. От нашей компании они будут разыгрываться, классов комплект, автомагнитол и так далее. Также можете подарить своим друзьям, реально полезная вещь. Всем, кому раздал, а все довольны. Вот клиенты заходят, видят на столе, о, чуть такую, дай мне, подари мне, можно вас купить. Потому что, ну, каждый любит такие мелочевки в своем автомобиле, давайте будем честны. И вот я максимально постарался выполнить эту задачу, чтобы было как для себя. Приготовил для вас вот такое вот зарядное устройство RedPower. Спасибо, с вами был я. Конец связи.